смотрит на Вовочку перед обедом и спрашивает: «Вовочка, почему у тебя грязные руки?» Мальчик подумал и отвечает: «Потому что я ими только что мыл лицо». Приходит Вовочка к доктору и спрашивает: «Доктор, а 6-летняя девочка может забеременеть?» Доктор посмотрел на него и отвечает: «Нет, Вовочка злостно. Вот малая шантажистка». Покупатель в магазине ткани у Абрама спрашивает: «Скажите, а у вас есть желтая ткань?» Абрам показывает рулон ткани. Покупатель с улыбкой: «Так это же черная». Абрам выносит со склада еще 2 рулона. Покупатель: «Отличное качество, жаль только, что один рулон красный, а другой синий». Абрам: «Знаете, вот чтобы совсем желтая, так и нет». Приходит мужик в ресторан, делает заказ. Начинает ужинать и вдруг кричит: «Официант, у меня муха в супе». Официант подходит, смотрит внимательно и отвечает: «Действительно? Но я думаю, что ваши опасения беспочвенны. Вряд ли столь маленькое насекомое сможет съесть весь ваш суп». Встретились две подруги. Первая спрашивает: «Твой-то муженек, как погляжу, каждый день в хламину пьяный. Лечить не пробовала?» Вторая тяжело вздыхает и отвечает: «Пробовала. А толку? Уговорила лечь в хорошую клинику». Главврач осмотрел и сказал, что случай очень запущенный, и что он лечение возьмет под личный контроль. Так через неделю этот главдоктор с приступом белой горячки кантовался в одной палате с моим супругом. Семья сидит за столом, все кушают. Тут теща встает, и через некоторое время на ее место падают здоровенные, тяжеленные часы. Зять грустно говорит: «Эх, всегда говорил, что часы отстают». Аэропорт. На обочине рулевой дорожки аэродромный работник обычной косой обкашивает траву около сигнальных фонарей. Накрапывает нудный мелкий дождик, и мужик накинул плащ-палатку. Косит. В этот момент Як-42 выруливает на взлет по этой самой дорожке. Дядька отходит метров на 15-20 и стоит, ждет. Капюшон на голове, в руке коса. Борт катит мимо, аэродромщик приветливо машет самолету, желая ему счастливого полета. Пилот говорит по рации: «Диспетчер, скажи своему косарю, пусть хоть косу положит, пока у нас пассажиры через аварийные люки не повыпрыгивали». На рынке, где торгуют мясом, девушка выбирает, что купить, и спрашивает: «Бабушка, кролик свежий?» Бабушка посмотрела на кролика и отвечает: «Свежий, свежий. Еще вчера мышей ловил».